Всем здорова, с вами Нет, мы продолжаем играть в Duck Season. Котик у нас там что-то смотрит. Так, уже все с темнело. Я, кстати, это не заметил с прошлой серии. О, хо, хо. Как у нас он активно прыгает. Хо, хо, хо. Маман! Пидор, я тебе точно этот пистолетик в жопу засуну. Иди, лицо, ми. Окей. Я не представляю, что сейчас там будет. Типа, иди лицо ми. Или встреться со мной. Окей. Готовы? Don't let TV break. А, типа, не допустить, чтобы чтобы телевизор сломал. Чтобы телевизор сломался? А в смысле? Не понял. Блять. Тут что, пауки летают или... Блять, это так комаров сделали. Реалистично. Так, ща, перезарядимся. Ну что? Да помянет нас, боже, там, да ладно. Все, начинаем. Что, что тут? Что у нас тут? Так. Пёсель. Так, пошел нахрен. Пес, я думал то, что ты добрая, а ты, оказывается, та еще срань. А ну-ка. Так, пошел нахрен. Ты прибил нашу мать, мы прибьем тебя. Как говорится, око за око, сука. А ну-ка. Так. Да, в принципе, вообще, немного ему осталось. Он почти помер. Так. Опаньки. Ягодия. Все, мы его победили. Все, мы можем просыпаться. Там сзади ничего нету было. Да. А то мало ли. Любите эту срань со спины. Нихера себе. Так, может по глазам? Какого? Оп. Оп. О, золотой дробовик. Вообще зашибись. Так, так, так. Давай по глазам этой сволочи. Сколько там хп осталось? Немного? Оп. Опа. Опа, опа, жопа, давай. Падай. Падай, срань такая. Вообще, блин, обнаглел уже. Ну и что? О, блин. Помехи? Какого хрена? Duck Season. Я не понимаю, что сейчас у нас будет, но, блин. Был эпичен такой босс-файт. Так. Я не помню. Сейчас. Так! Я эту суку видел. Я этого пидареныша видел. Так. Смотрим, откуда сейчас пойдет. Блин, это уже похоже на Frosty Nights. Так. Так, 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 блять, откуда? Меня это вот отвлекает, типа. Блять. Не на. Так, сука, сука, стой, стой, стой! Стой, 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 стой. Мудак! Мудак, вот скажи, тебя совесть не мучает? Взял, воткнул мне нож, блин, прямо. Вообще уже обнаглел. Этого мудака, по-моему, вообще совесть не мучает. Чего? Что? Одна из семи концовок? Концовка мертвая. Ну вот наш там пацан лежит, там... У него... А, не, у него ножик уже вытащен. Здрасте. Можешь, пожалуйста, свалить из моей хаты? Из моего домика? Что? А я не пойму, а я в него стрелял вроде как. Можно ли его как-то... О, выход. Где там что? А можно ли его как-то... Как-то, я не знаю, ну, прибить? Stress Level Zero. Это, видимо, команда разработчиков, которые делали эту игру. А есть какая-то еще другая...
другая концовочка. Duck Season. И все? Не, ну там говорило то, что один из семи. То есть мы можем, по идее, на семь концовок, но одну я, по крайней мере, догадываюсь, какая может быть. Можно попробовать вообще не гасить по собакину. По собаке вообще не гасить. Stress level zero. И Duck Season. И уплывают такие титры, как в Звездных войнах. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Тут есть что-нибудь или нет? Стоп, а мы можем какие-то другие кассеты тут посмотреть еще? Джонкерс, хренонкерс. Так. Давай, опа. О, мы можем так и сюда их вставить. Так, что тут? Хай-фай. Чувак, если это ты, то... Просто самое довольное лицо в мире. То же самое не очень довольное лицо. А теперь это самое довольное лицо выросло. О, блин, 1989? Псс. Кто ты? Чего? Что это вообще такое, блин? Был бы тут этот пёс, он бы оценил вот этот психодел. Блин, а я могу поставить камеру и следить за ним. Оп. Так. А мне... Ёпара на баба. Всё, блин. Так. Берем катану. Блин. Я сейчас катану себе тут оставлю. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Я имею в виду, я катан тут сейчас себя отставлю, мало ли. Блин, хорошая штука. Так, ну теперь в этот раз я хочу попробовать вообще по вот этой вот сволочи не гасить. Хотя я очень хочу его замочить. Кряква, падай. Дун-ду-ду-ду-ду-ду-дун. Мне интересно, что-то вообще изменится, если по нему не гасить. Так, раунд второй. Я сейчас что заметил, я этого пса не трогаю, но все идет точно так же, как и при первом прохождении. Оп. Оп, давайте, кряк, вы летите сюда. Все получается так же, как и при первом прохождении. То есть там сообщают то, что было нападение на 7-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 
Вот. То, что нападение, или там 7 семей там было прибито. Вот. И к нам приходил вот этот как раз-таки пёс и следил за нами. Через окно также. Я не знаю, возможно, ничего не изменится. Возможно, если ничего не изменится, то попробуем прибить его. Если ничего не изменится, если изменится, то бонусом получим еще одну концовочку сейчас. Так, это уже восьмой уровень, да? Сзади там никого нету. О, блядь. Весело живется. Весело, я как всегда забываю о перезарядке. Так, я и без тебя знаю то, что мне надо, оп, их палить, сука. Оп. Есть, великолепно. Раунд четвертый. Какого хрена? Не понял. Фиеста эндинг. А, вторая из семи концовок. Так, наш паренек играет. Вот оно, блин. Мы ни разу не его... давай, иди спать. Время пора. Окей. Так, чищу зубы. Чистить зубы. Так. Чего? Мне показалось, или она сказала, почему ты не стрелял в собаку? Какого хрена? Эй! Я один не пойму, что? Типа... Final Fantasy!
суперская игра. А, Final Fiesta. Блин, а я сразу же Final Fantasy. Так, ну что? Вот получили мы с вами, насколько я понимаю... Да, мы получили с вами еще одну концовочку. Нам же там показывалось. Во. Какого хуя? А что мы тут делаем? Так, я надеюсь, что... А, мы можем теперь в любую игру поиграть. Теперь давайте зайдем в Final Fiesta. Я думаю, то, что мне сейчас опять с этим сражаться. Так, а что тут-то у нас? Final Fiesta. Final Fiesta 2. Press Start. О. О, три мексикаса. Пончо. The City. Типа, здесь город. Пончо, Сомбреро. Сложно поверить, это мы, великий Фиеста. Это Every 1000 Years. Чего-то там 1000 лет. Там Пончо. Думаю, вечеринка будет счастливой. Подожди. Так, где там шотган? Что-то там издевается и... что-то там закрыто, издевается, ни хрена непонятно. Правда, что-то там... лузинг. Супер-пианта. Супер-панда какая-то. Ту магик. И магия. Блять, я сейчас немного очковал, потому что думаю, обернусь. А тут вот этот вот... Как раз... О! Сок. Сок. Вообще суперская вещь. Так, мы лучше будем идти. Я не хочу, чтобы там что-то быть позже. А, чтобы прийти по... О! Гейм-директор Алекс Кнолл. И наш пёсель как раз-таки танцует. Пёсель, ты тут? Ух ты ж, нихуя себе вечеринка. Пёсель, ты где? Выходи, веселиться сейчас будем. Хоть я тебя хотел прибить, но все равно уходи. Блин, вот способность джедая у нашего главного героя работают просто на ура. Вот просто. Я хочу там притянуть что-нибудь. Ни хрена ничего не происходит. Ладно. Ну что ж, я надеюсь то, что если это все, то давайте на этом заканчивать серию. Обязательно еще и посмотрим другие концы. О, пицца! Пицца, великая пицца. О, пицца наша. Стоп. А у нас уже тут в стиле вечеринки все. Пироги, бананы, пиццы, соки. Стоп. Так, и извините, я тут немножечко опрокинул все. Так. По идее, сейчас бы под музыку, откуда ты из-за поворота должен был бы собакин выйти такой пританцовый. Ну что ж. Я думал, то, что на такой вот позитивной ноте мы с вами как раз-таки эту серию закончим. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, оставляйте комментарии. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока!